Насколько реально сотрудничество ученых университета с промышленными предприятиями? Какой продукт они должны выпускать на рынок совместными усилиями? И почему инновационные разработки часто пылятся на полках? Этими вопросами сегодня задаются все без исключения. Казанский федеральный же и вовсе уже нашел решение многих проблем, препятствующих эффективному взаимодействию науки и промышленности. Разговор об этом шел на встрече руководства КФУ с учредителем регионального центра инжиниринга биотехнологии Республики Татарстан. КФУ готов предложить сегодня бизнесу ряд прорывных технологий обработки почвы, но, к сожалению, интерес к ним со стороны промышленных предприятий не так огромен. Отсюда назревает необходимость некого посредника между бизнесом и наукой. По мнению руководства КФУ, таким посредником могут стать ресурсные центры.